Well, folks, it's time to kick it old school. So you can feel cool. Give it to me, baby. Baby. Yeah. Всем привет, меня зовут Георгий Залеев, и сегодня мы с вами разберем болевой прием, который сделал Магомед Юнусилау в бою против Алана Папаи на турнире Fight Nights Global 62. Сосредоточен на сохранении именно атакующей позиции, не форсирует он развитие событий. Остается тем временем 3 минуты до окончания, и есть попытка удушающего спереди. Лишил буквально люфта, и сдается бразилец, вот это да! Сегодня мне в этом поможет мой ученик и тренер нашего клуба Сергей Тарасенко. В середине первого раунда Магомед оказался в позиции сверху, в партере, и его основная задача была лишить возможности передвижения своего оппонента Алана. Для этого он должен был все время вдавливать, что называется, грудью в пол и блокировать вначале голову и потом ноги соперника. Для чего? В этой ситуации основной выход для того, кто снизу оказывается, нужно повернуться на бок и вставить нижнюю ногу, постараться вставить под между мной и соперником. Тогда он восстанавливает гард, и отсюда может спокойно работать. Во-первых, гораздо лучше защищаться, во-вторых, отсюда может развивать собственные атаки, болевые на руки, удушающие и так далее, даже переворот. Для того, кто сверху, важно заблокировать этот момент, эти действия. Для этого останавливается вот эта нога, как правило, своим корпусом, и останавливают рукой шею соперника, голову. То есть вот этой рукой всегда стараются вот здесь блокировать шею, потому что в тот момент, когда человек переворачивается, если я его все время оттягиваю, ему не видно мою ногу, ему неудобно работать, и это создает определенный дискомфорт. Плюс гораздо лучше контроль вверх. Значит, что получилось? Магомед контролирует сверху, блокирует шею. В этот момент Алану, для того, чтобы попытаться восстановить гард и уйти из плохой ситуации, ему приходится полностью поворачиваться и вот этой рукой вверх оттягивать ногу Магомеда. Да? Вот этот момент. И, собственно, именно этим Магомед и пользуется. Он сразу чуть-чуть двигается, смещается вперед и прижимается грудью к плечу противника. Получается вот такая ситуация. Дальше нижняя рука, которая у него под шеей, а у нас остается, он просовывает чуть поглубже, берет замок на бицепс, поглубже просовывает руку, вторую руку кладет на шею, и здесь просто делает сдавливающее движение локти вместе и под себя. В этом случае я обращаю внимание, это очень важно, что в этом случае идет не удушающий прием, это не треугольник руками, это исключительно болевое воздействие на грудные мышцы. Когда вы начнете это пробовать самостоятельно, если до этого дойдет, тот, на ком вы это будете делать, прям вам сразу быстро четко расскажет такое ощущение, что как будто просто вам берут и отрывают грудную мышцу именно вот в этой области. Поэтому это скорее болевой прием, чем удушающий. Значит, еще раз посмотрим, как это было. Контроль сверху, попытка уйти на бок, блокирование этой попытки, давление, рука нижняя чуть-чуть проходит, берется замок и, собственно, вторая рука под финал, локти вместе, под себя и финал. Вот и все. Подписывайтесь на наши страницы ВКонтакте, следите за нашими новостями, новыми выпусками. Всем пока!